Страшно, просто страшно. Переживаєш за своїх близьких і рідних. Зв'язок був, з усіма тримали зв'язок. Так, мужики, давайте! Оберемо! Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. Да, так. Ну, тут уже все отсеклено.